Всем привет, с вами Роки с канала Кристина Без Смайл. Это самый замечательный день в моей жизни, потому что мне сегодня купили мебель на выпускной, немного позже. Ну, не купили, а заказали по интернету. Немного позже, потому что на самом выпускной не получилось. Теперь давайте покажу эту мебель. Вот эта мебель очень классная. Тут разные там, как тут выглядит, как можно. В общем, очень классная. Вот эти вот все входили. Сейчас я распакую и покажу. Как я уже говорила, сейчас я покажу мебель в раскрытом виде. Начнем с крупной мебели. Первое — это креслице и диванчик. Вот. Дальше. Вообще эти креслица нереально мягкие. У кого такие есть? У меня у большинства такие есть. Они еще отдельно вроде как продаются. Но они у меня в наборчике. Давайте сейчас покажу следующую крупную мебель. Потом это камин. Сюда он светится, просто сюда нужно вставлять батарейки, но мы их обязательно вставим, и он засветится. Вот такой камин. Мне он очень нравится. Я думала, что он не светится, а потом... В общем, он на самом деле реально светится. Потом тумбочка с телефоном. Тумбочка открывается, как вы уже видели, телефончик такой. Сейчас я его просто кривовато положила. Вот. Сверблацию нужно приклеить. И такая вот тумбочка. Дальше это вот такой вот стол. Предметы для камина, типа очаг там. Не знаю. Такая лопатка, еще что-то. Просто вообще там не собрали. И рамка для картины. А теперь я вам покажу мелкую мебель. Такая корзинка для журналов. Просто пока нет журналов, но могу их создать там. Ложечка еще какая-то, не знаю, как это правильно называется, но вроде бы это как выключатель. Повесьте вот. Такие дрова. Эти два, правда, отдельно. Я их не сломала, они реально были отдельно. Такие вот часики, это будет у меня будильник. А, циферблат я тоже приклею. Ну, не циферблат, а этот. Ну, стрелки там. Тарелочка. Кружка. Еще один для тарелки. Кружка. Это мои первые вообще кружки, честно говоря. Первый блендер. Вообще. Ой, я извиняюсь, это кофеварка. Просто блендер, кофеварка, они реально похожи. Бра. Моя первая бра. Ой, так вообще рад, что у меня первая бра появилась. Два бокала. И вот такие вот две чашки. А также есть салфеточки, или как бы скатерть. Это вот этот вот на камин, а маленькая на стол. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал Кристина ВПС Смайл. И всем пока. С вами была Роки с канала Кристина ВПС Смайл. Не забывайте писать комментарии. И всем пока.